В Первой Карабахской войне без вести пропали 3890 граждан Азербайджана. Об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов. Он отметил, что, несмотря на то, что свидетельскими показаниями было подтверждено, что 872 человека были взяты в заложники или в плен, армяне опровергли эти факты. «Мы неоднократно обращались в соответствующие структуры Армении посредством международных организаций, однако они отрицают наличие пленных и заложников со времен Первой Карабахской войны», отметил Исмаил Ахундов.